Добрый день. На сегодняшнем видео мы будем рассматривать задание СОР по второму полугодию по предмету информатика. Вариант первый. У нас есть два задания. Первое. Составьте блок-схему и напишите программу на языке Python для решения следующей задачи. Программа на вход получает число n. Вывести на экран все делители данного числа. Составьте трассировочную таблицу для значения n. Для решения данной задачи нам нужно перейти в онлайн-КДБ, то есть в среду, где мы будем программировать. Сначала создадим программу, потом покажу, как составить блок-схему, также трассировочную таблицу. Я использую онлайн-КДБ, здесь выбираю язык. У меня Python. Смотрите, для решения данной задачи у меня первое задание нужно было найти все делители, да, то есть по заданию. Нам нужно было получить число n и на экран все делители данного числа. Все делители, это понимаете, да? Когда мы делим одно число на второе, если делится первое число на второе без остатка, это считается делителем. Значит, давайте начнем. Я с клавиатуры ввожу значение n, поэтому я организую переменную n, int input. Так, чтобы понятно было для пользователя, я здесь ввожу n равно. Дальше. Следующий у нас идет цикл. По циклу мы вот таким образом двигаемся. I in range. У меня первое число, которое я буду делить, n, это будет единичка. То есть мы начнем с единички. Поэтому начнем с единички, и дальше длительность будет n плюс 1. Почему? Потому что мы знаем, у нас второй параметр не включительный. Если просто напишем n, n не войдет, сам n, поэтому чтобы сам n тоже. То есть если мы взяли число 5, и это число 5 разделить на 5, нам нужно написать именно n плюс 1. То есть на плюс 1 больше значение n. Так, далее. Здесь у нас будет, это у нас цикл, дальше должно быть условие. Условие, если наш n будет делиться на i без остатка, если n делится без остатка на i, тогда мы что делаем? Мы выводим на экран этот элемент, то есть этот делитель. Значит, но это, есть у нас два случая, да, когда i равно n и когда не равно n. Поэтому давайте внутри еще создадим условие. I, если не равно n, не равно n, тогда print i. Мы этот i выводим на экран. I у нас числовой данный, поэтому мы его превращаем в строковое. И чтобы все слитно не напечатать, добавляем в конце end и внутри поставим пробел, чтобы между числами, между выводами был пробел. Далее, случай, когда если этот i у нас будет равно n, тогда тоже выводим i на экран, str i. Все, теперь. Это два случая, когда мы делим и находим его и выводим на экран. Далее, если у нас n делится на... Так, извините, здесь не 1, а i. Я неправильно, видимо, напечатала. I. Если i у нас делится без остатка, то есть считается делителем, то нужно этот элемент считать и общее количество вывести. Да? Значит... Ну-ка еще раз давайте посмотрим условия задачи. Вывести на экран все делители. А, в принципе, количество не нужно. Ну, раз я начала, давайте я добавлю. Для того, чтобы посчитать количество, я просто использую переменную call. И это будет начинаться у меня с нуля. И дальше будет увеличиваться на плюс 1. Call плюс 1. И все. Далее выводим на экран call.
половинку. И это не обязательно, но мы раз добавили, вот в таком виде будет. Давайте запускать наш код и проверим, сколько делителей у нас по условию n равно 6. Поэтому давайте попробуем ввести 6. Угу. Мы видим делители 1, 2, 3, 6. То есть единичка делится у нас без остатка. Двойка тоже, тройка тоже. Вот 4 и 5, они не делятся, поэтому их нет в списке. Видите, и 6. И их всего 4. То есть количество делителей числа 6 это у нас 4. Далее по условию задачи нам нужно составить трассировочную таблицу для значения n равно 6. Эту таблицу я уже заранее создала, я вам просто на экране покажу и объясню, как получилась такая таблица. Так, значит, ну я здесь сюда код тоже написал на всякий случай. Если кто не успел, можете посмотреть и здесь написать. И далее, вот составьте трассировочную таблицу для значения n равно 6. Это таблица, когда пошагово, когда код получает какое-то значение и что-то выводит на экран. Таблица у нас немного больше получилась. Давайте уменьшим чуть-чуть размер, чтобы было видно. И вот смотрим. Всего 6 строк получается. Количество это изначально у нас 0. Значение n 6 везде не меняется, остается, в принципе, можно не писать. И i у нас меняется, i 1, 2, 3, 4. Здесь i 4, 5 должно быть. Секундочку. Так, вот у нас трассировочная таблица выглядит вот таким образом. Здесь у нас получаются моменты, когда вот вводим, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. До 6 меняется i. В первом случае условие выполняется и на экран выводится единичка. Во втором у нас получается, здесь вывод на экран именно значение i. Когда i равно 2, тоже условие выполняется, соответственно двойка выходит на экран. I равно 3, тоже условие выполняется, соответственно i 3 выводится на экран. Когда у нас i равно 4, 6 на 4 не делится, соответственно условие не выполняется и на экран ничего не выводится. И количество также у нас не увеличивается. Далее, 6 не делится 5. Это означает, что условие не выполняется. Соответственно, i не выводится на экран. И количество тоже у нас не увеличивается. Следующее, i равно 6. 6 на 6 делится без остатка. Поэтому 6 считается делителем 6. И условие выполняется, соответственно, у нас выводится на экран i, i это у нас 6, соответственно, выходит на экран 6, и количество увеличивается на плюс 1, поэтому у нас будет количество 4. Вот такая трассировочная таблица для данной задачи. Ну, если по блок-схеме, так, составьте блок-схему. Здесь у нас ввод данных идет, цикл идет, и что у нас? И есть условный оператор. Поэтому считаю, что, ну, в принципе, блок-схему самостоятельно сможете создать. Здесь у нас идет по блок-схеме цикл, значит, ромбик будет, и внутри идут условия. То есть первое условие, если это условие выполняется, делится на две части, да, также внутри также условие идет. Если это условие выполняется, у нас вывод идет, также второе условие идет, и вывод на экран идет. Поэтому блок-схему можете составить сами.